Так, трансляция должна была восстановиться сейчас. Так, восстановись, пожалуйста, трансляция. Надеюсь, что ты идешь. Ты что вытворяешь вообще? Так, я надеюсь, что все работает. Врубись. Ну? Так, трансляция снова идет. Обожаю Twitch. Обожаю Twitch за такие приколы. Всем снова привет, кто на Ютубе это смотрит. Да, в двух частях придется выпускать видео теперь. Ладно, теперь нам, похоже, надо все-таки идти через воду. Придется идти по воде. Ну, давай, можно. Уверен? Ну, я пока жив. Не говори, Гоп. Да, вон там вам привет передают на Ютубе. Так, не отстаем, не отстаем. Идем за Майком. Идем за Майком синхронно. Мне не нравится эта музыка. Все, вылезли. Я не буду склеивать. Это фейлвей, его надо конвертировать, потом склеивать. Задолбаешься это делать. Стоп, я понял, ребят. Я понял. Майк, ну ты это там, иди давай за мной, все дела. Вот. С этой стороны. Так, вот я вижу, где можно подняться вроде как. Это было близко. Это было близко к провалу. Майк молодец. Я тупо за Майком пошел, блин. Я даже на это... Я это колесо даже не увидел. Шо? Шо и здесь? Черт. Что это? Это почерк Ханы. Первый день. Моя сестренка умерла, разбилась. Я видела, как ее лицо серело. У меня сломана нога. Здесь никого нет, только я и тело Бет. Кто-то непременно сюда придет и очень скоро. День пятый. Я еще никогда так не хотела есть. Желудок как будто скручивается внутри. Я взяла свитер Бет. Так гораздо теплее. Она все еще мне помогает. День тридцатый. Прости меня. Так я смогу выжить. Охренеть. Если кто-то это найдет, простите. Мне пришлось. Выбора не было. О чем это? Господи. Бет начала есть Ханну. День 33. Руки грязные, ногти выпали. Их вытолкнуло. Мне больно, но холод ушел. Боли нет, я становлюсь сильнее. Далее неразборчиво. А, наоборот, Ханна ела Бет. Пардон. Это была Ханна. Нет, это... Майкл, это бред какой-то. Именно так оно и было. Если так, то все сходится.
Бет разбилась насмерть. И что? К чему это ты? И Ханна ее похоронила. Кошмар. С ума сойти. Ханна провела здесь... Не хочу это слышать! Она тут умирала. Она была в отчаянии. Хватит! Надо найти Джоша. Скорее. Так, куда-то налево, значит, нам надо идти. Не понял. Сэм нашла дневник Ханны в шахте. То есть... А, все, после вот этого дневника теперь мы можем спасти Джоша, я понял. Хорошо, хорошо. Нормально. Окей. Все, выбрались, ура. Да, ребят, мы сегодня спасаем Фирамира. О, господи. Вы меня что, Сергеем Симоновым хотите сделать за это прохождение, да? О, да, стой, стой, вернись, вернись. Вернись, вернись. Вернись, тебе говорю. Вернись. Я думал, что там тотем лежал. А это спуск оказался. Ну ладно, теперь нам сюда. Это тело того вояки. Мне тошнит. Тошнит их до сих пор. Вы уже сколько времени прошло, вас только сейчас тошнить начало от событий. Ой, как все жестко становится под финал. Что с ним, Майк? Похоже на глюки. Джош! Майк! Волшебный, Джош! Волшебная пощечина. Привет! Только не бей меня, не надо. Ты сам с собой говорил. Крыша поехала. Мы думали, не найдем тебя. Джош, Ханна провела здесь недели, месяцы. Она выкопала Бет. Сэм. Майк. Давайте уже свалим отсюда. Хорошо. Джош, ключ от фуникулера у тебя? Да. Вот. Хорошо. Так. Видишь вот это? Через этот лаз можно выбраться. Нет, Джош туда не залезет. Окей. Подсади меня, я выберусь и пойду к остальным. Да. Да, хорошо. Ты выведи Джоша тем же путем. Встретимся у дома. Будь осторожна. Вот он те... Ой. Ладно, я надеюсь, что сейчас его в воде никто не сцапает. Потому что именно это у меня произошло в первом прохождении. Зачем так сильно бить-то, а? А, ты уж прости, братан, я думал, это ты убил Джесс. Был неправ.
Да, Сэм сказала про Ханну. Что она здесь провела недели, месяцы, выкопала тело Бет. Так, я надеюсь, что сейчас ничего же не случится такого в воде. Я знаю. После всех моих манипуляций с тем дневником, после того, как... Ладно. Сэм сказала про Ханну. Так, я очень надеюсь, что сейчас все будет окей. Ох, япона мать. Я ее видел только что, она там проплыла. Вот твою... Тебя нет! Уходи! Тебя нет! Ханна! Нет! Опа! Нет! В этот раз она его потащила. В прошлый раз она ему голову разорвала напополам. Господи, я сейчас перефукался, блин, этого момента. А вот и живой Мэтт. Господи, Джессика, твою мать! Мэтт! Мэтт! О, слава богу! Мэтт! Тоже рад тебя видеть. Боже мой! Блин! Господи! Ты живой? Более-менее. Прятаться, а не бежать? Окей. Господи, Джесс! Что с тобой случилось? Как тебе удалось выжить? Не знаю. Так, ладно. Мы здесь не одни. Что-то тут нечисто. Кто-то явно над нами издевается. Нет. Что? Не кто-то, а что-то. Джесс, тебе пришлось нелегко. Ты не в себе. Нет. Я тебе говорю. Все нормально. Не хотел тебя пугать. О, Господи. Идти можешь? Да. Тогда пошли. Так, короче, все, я приготовился. Извините, если кто-то сейчас умрет. Пугаешь так, мать твою, за ногу. Куда? Похоже, в нашем братстве пополнение. Добро пожаловать. Давай, в семью. Сейчас. Спасибо за подписку.
больно? Боже мой. Ладно. Ладно. Пошли. Мы должны выбраться отсюда. Давай. Давай. Давай, давай. Ой-ой. Джесс! Джесс, давай. Боже, это страшно. Ой, блин, сейчас еще Сэм. О, Господи, у меня руки, знаете, какие сейчас мокрые? Фу. Ой, что-то я вообще перефукался уже. Уже почти дошли до финала, да-да-да. Я сидел сейчас просто вжавшись, я даже не дышал, когда нельзя было шевелиться. Сэм, дойди до дома побыстрее, пожалуйста. А в доме до последнего будь, в доме нужно, чтобы Майк ушел. Водица-то ледяная, небось. Да-да-да. Тихо. Задница во льду уже. Простите, попа. Сломать лампочку. Не двигаться. Я понял. Сломать лампочку, не двигаться. Так, без... Да что ты, блин, я уже собрался на кнопки нажимать. Это снова этот долбанный сарай? Господи! Майк! Господи, что с тобой? Если не уйдем отсюда, будет хуже. Давай.
Ладно. Так. Приготовились, ребят, приготовились. Майк, куда делся Джош? Он унес его. Господи, жуткая смерть. Он еще не умер. Плохо. И что будем делать? Надо проверить подвал. Может, там кто остался? Подвал. Идем в подвал. Где у нас подвал? Подвал где-то здесь. Не потейте! Не сейчас! Только вот сейчас не то время. О, и как, по-твоему, мы выберемся? Стараюсь об этом не думать. Да они тут-то так-то на подростков. Нет, не похожи. Бежим! Бежим отсюда! Скорей! Скорее, уходим! Беги! Ну, Эмили! Я что-то все. Газ. Лампочка. Уйди. Есть! И умер Майк. Твою мать. Трипл килл сделали, да? Замечательно. Перепройдем сейчас главу. И никто ничего в чате не написал, что делать. Зато я спас Сэм. Погодите, я что-то вижу. Похоже, есть выжившие. Приземляемся. Бесстрашная Джессика, вы получили приз. Последнее сообщение за последнее время.
Бои Виндиго без СМС и без регистрации. Правда, в Германии подростками считаются до 20 лет. Все замерли и молчим. Эшли похожа на подростка не более-менее. Я не вижу в последних сообщениях ничего из этого. Ничего из этого не вижу, ребят. Если вы писали об этом полчаса назад, то как бы не вариант. Гив Тайтхантер, я тебя вообще впервые вижу в чате. Ты кто? Тот мужик. Даже не знаю, с чего начать. Сначала вы думали, что он вас преследует. Скажите. Ну, заодно еще одну ачивку получили. Нормально. Ну, да, но... А может, они его убили? Что? А, нет, включить лампочку, пойти к Майку. Что из этого спрячется? Что из этого спрячемся? Я видел, как он погиб. Что из этого спрячемся? Я был с ней. Рядом. Я мог что-то сделать. Я пытался ее спасти. Я не смог. Вот не надо было спамить чат в таком случае, потому что я поглядываю, и никакой инфы вообще нет. Схватили и потащили и... Ну спасти Майка это не спрячемся. Согласитесь, это разные вещи. Я не знаю. Мы с ним дружили. После несчастья он много общался со мной. Говорил, только я его понимаю. Я думала, мы на одной волне. Надо писать вовремя, а не за полчаса если до событий. Хотите поговорить? Не хочу. Обычно после такой душевной травмы... Спасибо, не надо. Где Эм? Вы нашли Эм? Да, нашли. Да? Где? Все хотели, чтобы Эмили померла. Сэр. Я хочу ее видеть. Ее нашли в доме. Что вы сказали? Что значит... Ее нашли в доме. После пожара. Мы нашли ее тело. Нет, нет, нет. Нет, не может быть. Нет, господи. Да какая задержка? Можно было написать, пойдешь к Майку и не зажигай лампочку. Майк, что вы помните? Достаточно было сказать это. Пришел. Уже на моменте сцены в доме. Где он? Он выжил? Майк погиб из-за меня. Я должна была замереть. Но дрогнула. Он спас меня. Я виновата, что он погиб. Послушайте меня. Неважно, верите вы или нет. Поверите, когда увидите. Вы должны спуститься в шахту. Что в шахте, Сэм? Мистер Пасок, писали дать возможность Майку сломать лампочку. Так, смотрим, значит. Не, ну, ребят, давайте вы не будете отрицать тот факт, что последние минут 10, пока шла сцена в доме, просто заспамили абсолютно сторонними темами. Когда я просил мне помогать в этом прохождении. Короче, теперь еще раз, что делаем? Лампочку не включаем, окей. Либо мы идем к Майку, либо я вообще ничего не выбираю из этого момента. На себя внимание отвлекаем и не двигаемся. Как мы отвлекаем на себя внимание и одновременно не двигаемся? Еще раз. Еще раз повторю свой вопрос. Что значит отвлекаем на себя внимание и не двигаемся? Еще раз. Мне выбирать или стоять вообще не выбирать ничего? Я вам... Господи, ребят, вам что, так тяжело ответить да или нет? Сказать вариант выбора? Ей-богу. Спасаем Майка, потом прячемся, ну и не двигаемся. Вот, вот. Я это спрашиваю, вы зачем-то...
Отвлекаем на себя внимание. Там нет слова «отвлекаем на себя внимание». То, знаете, дождаться, когда... А то, что называется, дождаться, пока все выйдут, и когда тебе предлагают зажечь лампочку и спасти Майка, это явно не дождаться, пока все выйдут. Это вообще как бы не то. Так, если я сейчас пропущу титры, сценка там ваша это появится или не появится? То, что сейчас придется ждать, когда все эти титры пройдут, это минут 5. Сигель, от того, что ты написал капсом, понятнее не стало. Я только увидел очень много слов и букв, которые в капсе, кстати, сливаются воедино. А, ну пропущу. А, ну сценка есть. Да ладно. Тут что-то есть. Джош. Теперь Джош таким стал. Одного человека. Один человек. Нормально. Повторяю. Это... О, чёрт! Назад! Нет, нет, не подходи! Так, а теперь эпизоды. Так, а теперь вот идем дальше. Перепроходим заново 10-й эпизод. Считайте, что мы шли на еще одну ачивку. Майк, слушай, ключа от фуникулера нет. Джош. Его забрал Джош. Его нет. Мы опоздали. Шш, тихо. Может, он забрал Джоша в шахту? Стой! Не двигайся. Твою мать! Какого хрена? Я достану ключ прямо из логова этой твари, а потом мы свалим отсюда. Не могу пропустить ранее, но и хрен с ним. Беги! Мне сейчас показалось, что у Сэм горели глаза. Теперь найдем путь в логово этой твари. Вот и переписываем сейчас историю. Пропустить, к сожалению, это дело нельзя. Ну и ладно. Так. Не знаю, был ли тебе хоть какой-то толк от этих сеансов. Ты меня не слушаешь, и все как-то уже очень... Эпизодик, кстати, не короткий, блин. Вот этот 10-й. Ну да и фиг с ним. Ничего, пройдем, нормально. Ну, я пойду, Джош. Пора тебе усвоить. Я помню последовательность. Есть вещи пострашнее того, что может породить больное воображение такого избалованного малолетнего засранца. Тебя окружали люди, которым ты был дорог. Они хотели помочь. Но всякий раз ты их упорно отталкивал. И теперь ты совсем один. Хотя, похоже, один ты пробудешь недолго. Ты будешь один недолго. Дыши глубже, Джошуа. Ща посмотрим, как пойдет. Дыши глубже. С квиктайм-эвентами.
Нет, 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 нет. Снова начинается Клайв Баркер. Нет, 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 нет. Нет, 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 не надо. Только не это. Уйдите! Уйдите! А-а-а! Уйдите от меня! Нет, вы мертвы! Вас нет! Заткнитесь! Могу. Я именно этим сейчас и занимаюсь. Я больше не буду вас слушать. Ладно. Ладно. Во время квиктайм-ивентов я просто тупо не успею переключаться между экранами. Я вам верю. Так, начинаем. Повторяем историю. Видим Бет. Нет, нет, нет. Вас здесь нет. Мы остались одни. Нет, нет. Нет, 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 только не это. Видим Ханну. Но теперь ты с нами. Нет. Мы семья. Уйдите. Оставьте меня в покое! Блин, убивать их, наверное, отдых. Почему ты не нашел нас, Джош? Нет. Почему оставил умирать? Не хотел вашей смерти. Клянусь. Так, ладно, в другую сторону. Снова наблюдаем за желе. Нет! Нет! Ну вот я сейчас успел еще и ударить свинью. Я не буду вас слушаться! Нет! Ты этого хочешь? Нет! Нет! Зачем вы это делаете? Убирайтесь! Оставьте меня в покое! Почему ты не спас нас, Джордж? Вас нет! Ты хотел вас нашей смерти! Нет! Все равно вот эта сцена — это вылитый Клайв Баркер. Вылитый Клайв. Не верится, что это было человеком. Да. Может, шахтер? Или кто-то из сотрудников лечебницы. Там такая хренотень творилась, что меня бы это даже не удивило. Какая хренотень? Кто-то ловил Вендиго, связывал и держал живыми. Короче, там капец, что было. Ого. Видать, я их выпустил, когда все взорвал. Молодец, нечего сказать. А вы у меня отобрали управление, я ничего не мог сделать. Так, стой, 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 стой. Для начала, тотемчик. Повторяем все то же самое, только теперь берем себя за рога. Марко, ты пропустил неудачный финал. Поэтому я сейчас переигрываю 10-й эпизод. Майк, отойди. Отойди, слоняра, господи. Что стоишь ты здесь? Майк, это то, о чем я думаю? Черт, похоже на могилу. О боже, Майк, часы Бет, это ее часы. Что? Покажи. Смотри, здесь был крест. Здесь ее похоронили. Но кто ее выкопал? Пойдем отсюда. Так, все, пошли отсюда. Так.
Так, сейчас пойдем налево от колеса. Давай, можно. Уверен? Ну, я пока жив. Не говори, Гоп. Пока тебя не кинули на бабки. Пальцы онемели. Уже? Чё так быстро-то? Майк, иди куда хочешь вообще. Иди куда хочешь, Майк. Так, дневник. Это почерк Ханны. Это мы уже все читали. Ты прости меня, Бет. У меня нет выбора. Только так я смогу выжить. Если кто-то это найдет, простите. Мне пришлось. Выбора не было. О чем это? Господи. Вот, все. О боже, я поняла. Это Ханна выкопала Бет. Это была Ханна. Нет, это... Майкл, это бред какой-то. Именно так оно и было. Если так, то все сходится. Бет разбилась насмерть. И что? К чему это ты? И Ханна ее похоронила. Кошмар. С ума сойти. Ханна провела Приятельское здесь... Римя. Не хочу это слышать. Она тут умирала. Она была в отчаянии. Хватит! Надо найти Джоша. Скорее. Так, все, обратно в воду. Теперь все должно быть нормально. Теперь Джоша не убьют. Проклятый дом. Проклятый старый дом. Я знаю игру Dragon Slayer, это вообще, конечно, это полный хардкор. Dragon Slayer — это самая хардкорная вещь в плане квиктайм ивентов. Так, ну здесь вроде ничего не валяется, так что мы идем. Озвучка от Бога сейчас. Она. Ты видел? Да. Трупы. Правда, здесь один только труп. И много трупов, чё? Он один висит. О боже. Забавно, что я на это внимание не обратил при... Вот сейчас, вот 20 минут назад. Стой, 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 стой. Я что-то видел. Джош! Не буду вас слушаться. Буду слушаться, Джош. Вы не можете мне приказывать. Джош? Вы больше не будете мне приказывать. Не надо больше мне приказывать! Ладно, ладно. Может, не предполагалось, что там будет только один труп висеть? Ж какой-то псих попытается так сыграть, чтобы вообще ни одного трупа не оказалось. Что с ним, Майк? Похоже на глюки. Джош! Нана! Майк! Джош! Привет! Только не бей меня, не надо... Ты сам с собой говорил. Крыша поехала. Мы думали, не найдем тебя. Джош, Ханна провела здесь недели, месяцы. Она выкопала Бет. Сэм. Майк. Давайте уже свалим отсюда. Хорошо. Джош, ключ от фуникулера у тебя? А,
Да. Вот. Хорошо. Видишь вот это? Через этот лаз можно выбраться. Сейчас главное до дома, во-первых, дожить. Во-вторых... Окей, подсади меня, я выберусь и пойду к остальным. Так, сейчас у нас, по-моему, за Джесс... Да, хорошо. И Мэтта будет игра, поэтому... Над это... Будь осторожна. Вы тоже. Над геймпад это на столик положить. Ладно, пошли. Конечно, руками вообще неудобно. Зачем так сильно бить-то, а? А, ты уж прости, братан. Я думал, это ты убил Джесс. Был неправ. Нет. Соберись. Собребрись. Серебрись. Барсебрись. О. Ой, чё-то я не знаю, чё-то у меня сейчас может получиться моя извечная болезнь, когда в первый раз вроде косякнул только в одном моменте, но всё могло быть зашибись, а сейчас у меня может начаться так, что начну косячить вообще везде. Ну, как-то у меня, например, в Bloodborne, в Dark Souls было. Ничего, справимся, я думаю, справимся, надеюсь. Там труп висит мужика, который с огнеметом ходил. Которому голову оторвали. Нет! Тебя нет! Уходи! Тебя нет! Ханна! Ну и Ханна потащила своего брательника. Увидели, как у Майка сейчас вообще шея тряслась? Так. Да помню я, помню. 10 минут назад это делал. Если б мне сказали, ты должен будешь спасти Майка. Ты должен спасти Майка. Я спасал Майка. Мне сказали тупо в доме находиться. Господи, Джесс. И то находиться в доме. Как тебе удалось выжить? Не знаю. Ладно, мы здесь не одни, короче. Что-то тут нечисто. Кто-то явно над нами издевается. Трубочисты. Нет. Что? Не кто-то, а что-то. Джесс. Так. Тебе пришлось нелегко. Вот так. Нажимаем. Ты не в себе. Отпускаем. Нет. Нажимаем. Отпускаем. Я тебе говорю. Ну, нормально. Потому что я боюсь держать сейчас геймпад, у меня руки дрожать будут. Господи. Идти можешь? Да. Тогда пошли. Все, погнали. Злобные скотины, я вас слышу. Посмотри, похоже, тут был обвал. Это была я. Что? Я упала и пробила крышу. Ну ни хрена себе. Вот это да, значит... Кстати, да, вся стервозность из Джессики сразу ушла. Я свалился сюда с пожарной вышки. Да ты что? Я потому что был уверен, что если я сейчас пойду геройствовать, спасать Майка, они на меня увидят, они на меня нападут и загрызут. А потом Майк уже начнет все взрывать.
А там было логично. Сэм стояла поодаль, она стояла в отличие от всех. Кто ж знал, что, блин, там взорвется вообще все внутри. Удивительно, как она сама потом в итоге не взорвалась. Чёрт. Так, прячемся, прячемся. Где? Джесс! Па-па-па-па-па-па-пам! Давай, Джесс. Там какая-то кнопка сейчас будет. Окей. Черт. Так больно? Боже мой. Ладно. Ладно. Пошли. Там решение вообще не очевидное, потому что реально сбежать, спасать Майка, это все равно, что геройство, чтобы тебя загрызли давай. Вместо Майка. Давай, давай. Это воспринимается так. Джесс! Давай, 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 давай. Спрятаться. Боже мой. Тихо. Фу. Ой. Ой. Без рук, без рук. Так, сейчас за Сэм надо залезть удачно. Так. Лезем спокойно. Без фанатизма. Ладно, идем. Уже близко к финалу. Сейчас еще здесь будет погоня, поэтому готовимся морально. Сэм, поверни голову прямо. Пугает меня это, когда ты смотришь налево. Квадрат слева, квадрат слева, запомни! Я не знаю, почему я путаю вечно квадрат с кругом. Ужас. Мне все время кажется, что круг должен быть слева. Запомнили, квадрат слева. Тихо. Спокушечки. У нас мягкие подушечки. Так, все, вперед. Спасибо, Верданчик, квадрат слева. Я бы не запомнил. Так хватит мне про игры говорить. Не тот геймпад, не та консоль.
Открой, мать твою, дверь! Сэм! Дверь открывайте, придурки! Господи, что с тобой? Да, напряженная обстановка, причем очень. Идем отсюда, будет хуже. Давай. Ломай дверь. Ладно. Так. Так, все, готовимся. Майк, куда делся Джош? Сейчас начинается самая задница. Он унес его. Господи. Не он, а она. Жуткая смерть. То была Ханна. Плохо. И что будем делать? Надо проверить подвал. Может, там кто остался? Ферамир умирает. Ферамир превратился в тролля. О, господи. Сегодня ради прикола, мне сегодня каким-то хреном в похожих со мной каналах каким-то хреном оказался Ферамир. Я ради прикола к нему зашел. Последнее видео. Первая фраза. Добрейший вечерочек, с вами Ферамир. У меня большие проблемы. Все, дальше можно не смотреть. Да блин, просто его канал разросся, как я не знаю, что. И он, видимо, теперь похож на все каналы подряд. О, и как, по-твоему, мы выберемся? Старайся об этом не думать. Нет! Беги! Так, все. Спокойно. Я надеюсь, здесь никаких квиктайм-ивентов сейчас не будет. Стой и не двигайся. Стою и не двигаюсь. Еще какой чувствительный геймпад. У меня нога была прижата к столу, так он даже дрожь ощущал. У меня руки дрожат, я даже боюсь прикасаться к геймпаду. Умный, Майк. Давай, Майк, ты умный. Thank you.
прятаться! Что делать? Что делать? Все, все, все. О, господи! Твою мать! Вижу объект. Здание полностью уничтожено. Прием. Я это сделал. Погодите, я что-то вижу. Похоже, есть выжившие. Приземляемся. Ах, ты японский полубог. Вы получили приз дочери кошмара. Вы получили приз шустрый парень. Вы получили приз жить будут. Здесь невозможно сделать снимок экрана. Чё? Да, вы получили приз жить будут. Даже не знаю, с чего начать. Сначала вы думали, что он вас преследует. Скажите, ваши друзья тоже так думали? Ну, да, но... А может, они его убили? Замечательно. Что? Какая хорошая концовка. Нет, вы не понимаете, разве не ясно? Если он на вас напал. Он спас меня. Я видел, как он погиб. Я слышала. Джессику не понимаю, как она туда попала, но я знаю, это была она. Он навел пистолет на меня. Вот сюда, прямо в лицо, и мог выстрелить. Он чуть не убил меня, козел. Мы встречались, я думала, что хорошо его знаю, а он оказался полным моральным уродом. Я был с ней. Рядом. Я мог что-то сделать. Я пытался ее спасти. Я не смог. А как вы попали в шахту? Меня схватили и потащили, и... И что вы видели? Я не знаю. Я не знаю. Он сошел с ума. Такое творил. И... Я думал, это он напал на Джесс. А почему они не знают, что они все выжили? Жили. После несчастья он много общался со мной. Говорил, только я его понимаю. Я думала, мы на одной волне. Если хотите поговорить... Не хочу. Обычно после такой душевной травмы... Спасибо, не надо. Кстати, у нее зеленые глаза. Только сейчас заметил. Я ткнула его ножницами и попыталась убежать, но я не знала, честно, я не знала! Не знали? Кого вы ударили? Ну, я ударила маньяка. Я не знала, что это Джош, но оказалось, он и был маньяком. Откуда нам было знать, что у Джоша были эти пилы, пистолеты и... Безмозглый следующий, да? Можете ему врезать за меня? Что, простите? Безмозглый, тупой качок, Мэтью Меганытик. Может, вы хотите нам что-то сказать?
Да нет, ничего особенного. Ну, то есть, кроме того, что он бросил меня помирать на этой долбанной вышке, как самый последний говнюк. Ваша подруга Эшли говорит, что пыталась помочь. Нет. Она слышала ваши крики. Нет. Это не я. Майк. Что вы помните? Он пришел за мной. Пришел. В смысле? Где он? Он выжил? Послушайте меня. Неважно, верите вы или нет. Поверите, когда увидите. Вы должны спуститься в шахту. Что в шахте, Сэм? Я увидела что-то. И очень хотела бы это забыть. Собственно, чё, ребят, вот мы перепрошли... Перепрошли Until Dawn, причём умудрились сейчас даже две концовки получить в финале. Хотя изначально шли на полное спасение всех. При этом в финале всё равно произошла небольшая затупка, и мы троих убили. Поэтому сейчас 10 главу перепрошли, уже спасли всех. Конечно, адреналиново. Просто адреналиново это было все, то, что было в этой игре, и... Спасать всех — это реально очень адреналиново. А вот убивать всех, я чувствую, это будет полный отдых. Но, тем не менее, немножко меня расстраивает концовка, что все равно их обвиняют в убийстве, их подозревают, по крайней мере, в убийстве того мужика. Опять же, Джош пропал, и, похоже, у Джоша ничего хорошего не будет. Quick Time Events, этот гироскоп слишком жесткий. В особенности гироскоп. Вот и закончился молодежный сериал «Ну тупые». Геноцид Рут от меня теперь просит по этой игре. Мы как-то пробовали это сделать, но, с другой стороны, почему бы действительно не устроить такой вариант, чтобы умертвить вообще всех? В этой игре это как-то воспринимается спокойнее, даже как-то более канонично, что ли, нежели в том же Undertale. Просто здесь это ужастик. В ужастике должны умирать люди. А у нас как-то так получилось, что... А у нас как-то получается, что, собственно... Здесь вообще никто не умер, и как-то все в цветочках и в ваниле. Тем не менее, некоторые персонажи, как та же Эмили, вот уже даже просто... Жесть вообще. Вот, такие вот дела. Я не знаю, сможем ли мы за сегодня, например, пройти. Как думаете? У нас игра в целом где-то получилась часов на 10. Но можно попробовать ее пройти, умерщвляя все, что движется, в течение сегодняшнего дня. Она так будет даже короче. Виновата игра, которая очень неочевидные выборы дает, даже учитывая, что даже через подсказки игроков было непонятно, как действовать. Я про то и говорю. Народ сказал, оставайся в доме до последнего. А игра дает мне выбор, спасти Майка, либо зажечь лампочку. И ничто из этого мне не говорит на то, что я останусь в доме. Так, часов за 7 можно пройти. Учитывая, что сейчас у меня только полдень, ну, к часу дня, к часу все приближается. Давайте, да. Ребят, давайте действительно так и сделаем. Я сейчас сделаю перерыв. А потом мы с вами пройдем геноцид, дожить до рассвета. Я думаю, тем более в геноциде не надо будет слишком сильно волноваться по поводу квиктайм-эвентов. Там можно все сливать и так далее. Так что вот. Ну вот, собственно, ребят, давайте так и сделаем. В любом случае, это было круто, это было сложно, это было потненько, и мне понравилось. Так что вот так вот. Ладно, ребят, так, давайте посмотрим, что у нас там сейчас будет за сценка. Уж если обсасывать эту игру, то со всех сторон. Ну, я так понимаю, будет то же самое, да? Да.
Та же самая сценка. Не-не-не, лучше начать с самого начала, везде затупить, везде делать неправильные выборы. Тут что-то есть. Вижу одного. Тут человека. Есть Джош. Один человек, повторяю. Это... О, чёрт. Назад! Нет-нет, не уходи! Лучше начать сначала, чтобы прям отдельное было, конкретно отдельное видео с полностью со всякими неверными, неправильными выходками. Я буду всех сейчас ругать между собой, всех буду ссорить, буду тупить просто по-невероятному. Так что вот так, ребят. Ну ладно, тогда сделаем сейчас действительно... Делаем сейчас перерывчик. Кстати, что там такое у нас? Статус, коллекционные предметы. А, понятно. Короче, сейчас отдыхаем где-то час-полтора, и потом приступаем. И потом приступим, ребят. Так, секундочку, я геймпад вот сюда уберу. У меня клавиатура же была сдвинутая. В смысле сменить название стрима? Зачем? Зачем менять название стрима? В названии стрима написано все логично. Собираем на No Man's Sky. Чё? А ведь потом окажется, что это все ложь и провокация, он всех обманывал, что он тролль. Я не совсем понял тебя, Андрес. Зачем менять название стрима-то? Убить всех до рассвета? Ну, на Ютубе-то, понятное дело, там будет такое название. Зачем стрим-то менять? Ну, я в стриме добавлю такое описание. Так, ладно, ребят, в общем, парочка вещей для тех, кто смотрел, возможно, от меня эту игру впервые. Мое мнение, вполне неплохой ужастик, который прошелся по многим штампам, прошелся пародийно по некоторым фильмам ужасов, как «Пила» или «Спуск». Есть прям прямые отсылки к этому делу. И действительно, спасать всех, идти на хорошую концовку, чтобы выжили все... Но она хорошая относительно. Тем не менее, оказалось действительно тяжко. Действительно тяжело, потно и адреналиново. Так что вот это было круто. Вот за это прям респект игре, я такого не ожидал. Ну а сейчас уже вот сделаем перерыв, и будет еще отдельное видео, где мы всех убьем. Ладно, все, я спокоен, я нормальный. Вот, если вам понравилось, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, зовите друзей, вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на Twitch канал. С вами был Артём, всем всего хорошего, пока!